праздничным и вкусным новостям. 14 августа все православные христиане отмечают Медовый Спас. К нему в Мурманске приурочили одноименную традиционную ярмарку-продажу. Там можно попробовать разнообразные сорта меда и медовой продукции от производителей со всей России. А еще есть товары для дома и семьи, свежая фермерская продукция и сладости. Поторопитесь, ярмарка работает до конца недели. Ярмарка «Медовый Спас» собирает лучших производителей меда. Вся продукция свежая, собранная в этом году. На ярмарке можно найти десятки разнообразных сортов меда и медовой продукции. Например, популярные сорта из Алтая – гречишный, дягилевый и донниковый. Но на выставке в Мурманске пасечники предлагают гораздо больший ассортимент. А еще раскрывают секреты, каким на самом деле бывает этот продукт. Кардинально отличаются только три сорта меда – это липа, акация и гречка. Акация – это идет гипоаллергенная, диабетика можно кушать, надо проверять. Вот. Липа идет жаропонижающая, противовоспалительная, гречиха – это гемоглобин железа. А остальные сорта, допустим, там, как верес, то и сёе, да, вот они, по сути своей, они одинаковы, потому что это есть разнотравье. Всего на ярмарке около 60 участников. Они предлагают не только мед. Традиционно здесь можно приобрести товары для дома и семьи, одежду, оптику и сувениры. Есть большая продуктовая линейка мясной и колбасной продукции, сыров, грибов, солений и сладостей. Без покупок не уйдет никто. Отметим, что 13 августа в 12 часов будет организован молебен и освящение меда.